привет, ты на канале Magic Pets, я Покемон Юмичу, подписывайся, ставь лайки, пиши комментарии. А я Софи, а ваши комментарии попадают в видео. Нажимайте кнопочку подписаться, а наше видео сегодня будет про что, киса Алиса? Не про что, не будет никакого видео, мне грустно. Отстаньте. Киса Алиса, почему ты грустишь? Отстаньте от меня, не хочу ни с кем разговаривать. Софи, почему киса Алиса грустит? Ох, я и вернулась. Письмо от того кота, это значит, что оно ему не дошло. Какое еще письмо? Ну ты чё, я ее лучшая подруга или ты? Ну она переписывалась с котом по имени Кун Кайко Кадзиро Каито Какуки Кима Кан Какудзюн. Как и чё? Кун Кайко Кадзиро Каито Какуки Кима Кан Какудзюн. То есть их было много? Кого? Котов? Это его так зовут, Юмичу. Они долго переписывались, а теперь ее последнее письмо ему пришло обратно, значит он его не получил, он пропал. Может с ним что-то случилось? Не знаю, но думаю, она его полюбила. Теперь она еще долго будет грустить. Не хочу, чтобы киса Алиса грустила. А может он просто решил с ней больше не общаться, теперь мы уже и не узнаем. Тем более он так далеко. А где он живет? Где-где, в городе котов. Может хватит уже, а? Да, прости, киса Алис. Грустно. Так не пойдет. Друзьям надо помогать. Я отправлюсь в город котов и найду его. Если он просто ее бросил, я дам ему по его кошачьей морде. А если с ним что-то случилось, я его найду и смогу рассказать кисе Алисе. Мне долго придется добираться в город котов. Лететь. Ехать. Кажется, я наконец-то доехала-долетела, доплыла до города котов. Оставлю вещички в своем отеле и пойду искать этого. Я даже выучила его имя. Кун Кайко Кадзиро Каито Какуки Кима Кан Какудзюн. А вот и первый кот. Привет. Слушай, ты тут не видел или не видела такого... Эй, ты чё? Да ладно, не надо меня бояться. Это мне надо бояться, я в городе врагов. Ладно, пойду дальше. О, привет. Ты случайно не знаешь, где можно найти такого Кун Кайко Кадзиро Каито Какуки Кима Кан Какудзюн? Кайко кто? Ясно, ты don't understand me. Не все коты умные, походу. Эй, на каком языке вы разговариваете? Hello, bonjour, aloha, салам. Чё за игнор, эй, бесхвостый? Привет, говорю. Так, надо тут отметиться, чтобы дорогу обратно не забыть. Моя твоя, понимать, а? Иди отсюда, это наша территория. О? Вон отсюда. Ясно, понятно, пойду кого-нибудь подружелюбнее найду. Привитас, ты тут не видел случайно? Покуха, стакуха, ты чё? Так, ясно, ты со мной говорить не будешь, я поняла. Не город котов, а город гопников. Кун, Кайко, Кадзиро, Каито, Какуки, Кима, Кан, Какудзюн. Надо повторить, чтобы не забыть. Как же мне его искать, если никто не хочет со мной разговаривать? Ого, никогда не видела голых кошек. Простите, извините, сори. Как вас тут много. О, эй, белый, ты тут не видел? Какуки, Каки, Кима. Опять забыла. Какудзюн. Ясно, ты мне тоже не поможешь. О, эй, белый, ты можешь ему объяснить? Да подожди, ты куда? Да уж, не думала я, что так сложно будет в городе котов собаки. Попробуем так. Мяу, хай, мяу. Ты кто? Кот, урод. Так, стоп, я и собака, кот, урод. Я покемон Юмичу, собака. Я прибыла в ваш город найти кота с длинным сложным именем. Заканчиваемся Шана Какудзюн. У меня есть подруга киса Алиса. Ее письмо ему не дошло, и мне надо ему его передать. Кима Кам. Ага, который Какудзюн. Уходи. Эй, теперь все еще более запутано. Привет, Кимакана знаешь? Изыди, демон. Да что с вами всеми тут не так, а? Они что, собак никогда не видели? Демон. Эй, чувак, Кимакана знаешь? Ясно. Вы Кимакана не видели? Ладно, понятно. А вы не знаете Кимакана? Да ну вас. Киса Алис, тебе не кажется, что Юмичу слишком долго ездит за продуктами? Она сказала, что поехала в магазин. Мне кажется, как-то ее очень долго нет. Да нормально все, это же покемон. Она может сутки по магазину бродить. Сори, простите, я не кот-урод. Я просто ищу друга. Кун Кайко Кадзиро Каито Какуки Кима Кан Какудзюн. Вы случайно не знаете такого? Кима Кан изгнан из стаи. За что? Лучше возвращайся домой. Подождите. Уезжай отсюда. Стойте, за что изгнан? О, привет, цветная! Я покемон Юмичу и ищу изгнанного из стаи Кимакана. Можешь мне помочь? Да не нужен мне твой хлеб. Эй, здрасте! Вы не знаете случайно, где можно найти Кимакана, которого из стаи изгнали? Он вообще в городе? Ты ищешь бывшего вождя? Да хз, не знаю. Лучше уходи. Ничего не понимаю. А ты, привет, случайно не Кимакан? Так, ясно, пока. Так, в городе готов, как оказалось, коты и ребята неразговорчивые. Но мне удалось собрать хоть какую-то информацию. Нашего котяру с длинным именем называют Кимакан. Кто-то сказал, что он бывший вождь. Надо не забывать отмечать свой путь, чтобы потом найти дорогу домой. А кто-то сказал, что его из стаи изгнали. Не знаю, как мне эта информация поможет его найти? И где вообще его искать? В городе готов что-то не так. Это какая-то тайна. Хай, ты Кимакана не видела случайно? Кого? Бывшего вождя. Ой, да что такое? Эй, толстопузый! Котятики, пузатики! Мне
нужен наш бывший вождь Кимакан. Где его найти? О боже, Луи, она ищет Кимакана. Ты безумная. Кимакана? Вон отсюда, шавка. Эти богатые грубияны хотя бы разговаривать умеют. Образованные. Где мне найти Кимакана? Шияо, шань, юрань, шун, шань, маран. Так, понятно? Они тут некоторые еще и на разных языках разговаривают. Кто бы мог подумать, что город готов такой огромный. Ну а теперь я точно знаю, что пропал он не зря. Что-то случилось, но что мне еще нужно выяснить, чтобы найти этого кокуна? Привет, полосатик, где мне искать Кимакана? Уходи. Бегом отсюда. Иди отсюда. Привет. По-моему, Кимакан жил в доме номер 6. А ты... кот-урод. Я собака. Ну, за информацию спасибо. Пойду искать. Так, это чьи-то кошачьи дома. Но тут никого нет. И номеров на этих домов нет. Как же мне найти дом номер 6? Здрасте, тетя кошка. Вы не знаете, где 6-й дом? Отстань от меня. Ну, хотя бы скажите, далеко или нет? Оставь меня в покое. Ясно. Здрасте, а где дом номер 6? Да ладно, чё? О, пацаны, привет, это не дом номер 6 случайно? О, какие мы нежные. Нервишки вам всем точно тут надо подлечить. Валерьянки, попейте. Пока. А с чего я поверила, что он живет в доме номер 6? Кто-то же из котов сказал, что его вообще изгнали из стаи. Тю-тю-тю. Привет. Привет. Ты что там в трубе делаешь? Там кое-что есть, просто интересненько. Слушай, а ты не знаешь, где тут дом номер 6? А зачем тебе дом номер 6? Ну там, в общем, жил Кимакан, Кокудзюн. Короче, мне надо его найти. Ух ты, бывший вождь. Прикольно, а зачем он тебе? Его же вроде изгнали. Видела, как я могу? А, ну вы все тут дерганые, конечно. Напугала меня. Зачем тебе бывший вождь? Затем, что моя подруга Киса Алиса написала ему письмо, а оно не дошло, он его не получил. Я приехала в город котов, чтобы его найти. Кимакана, его все боятся. Возьми меня с собой, я буду тебе помогать. Нет уж, мне никакие помощники не нужны. И так я тут с вами с котами замучилась. Короче, ты знаешь, где Кимакан? Или хотя бы 6-й дом? Кимакана все боятся. Не связывайся с Кимаканом, а то он тебе надает. Надает он мне, это я ему надаю. За то, что он не получил письмо моей лучшей подруги. Найду и по его кошачьей морде отлуплю. И за хвост оттягаю. Не знаешь ты, кто такой Кимакан. Да? Ну и что, мне ваши легенды не страшны. Нечего меня пугать. Я тебе ничего не скажу. Ну и ладно, без тебя справлюсь. Тю-тю-тю. Да ну тебя. Совсем скоро стемнеет. А я не знаю ни где 6-й дом, ни где этот Кокудзюн. А? Везухи. Ну-ка стой. Я ничего не трогал. Да я не за этим. Погоди ты. Ты знаешь, где тут 6-й дом? Знаю. Ух ты, где? А тебе он зачем? Ну мне очень надо, очень помоги. Пойдем со мной. Я там много раз бывал. Прям с домами? Не, рядом. Крутяк, неужели я его найду? Кого? Не скажу, а ты тоже убежишь? Ну, может быть, там есть тот, кого ты ищешь. Может быть? А ты знаешь, кто там живет? Не, ну, в общем, иди прямо, и слева будет зеленая дверь. Я туда не пойду, плохие слухи ходят. Спасибо, безухий, увидимся. Удачки. Дом номер 6, наконец-то. Ну что, привет, кункай, кокодиру, каито, кокуки, кокима, а тут никого нет. Эй, здесь кто-нибудь есть? Пахнет котами, но не одним. А сотнями. Как будто они тут ночуют или собираются. И вообще такое ощущение, что дом заброшен. А? Свет погас. О, опять включился. Ага. Ладно, дверь эта закрыта. А что, есть еще продолжение лестницы? Опять свет включился. Окей. Эй, кун, как там тебя? Нет. Видимо, тут никто не живет. И уже очень давно... Тот кот, что сказал, что его изгнали из стаи, видимо, был прав, в этом доме он уже давно не живет. А, вот и его миски, кажется, явно заброшенные. Скоро стемнеет, и дождь пошел. Останусь тут переночевать. Надеюсь, киса Алиса с Софи меня не потеряли. Не переживай, киса Алиса, я доставлю твое письмо. И обязательно найду твоего Кокудзюна. Уэнсдей, мне кажется, в доме Кимакана кто-то есть. Да, я думаю, это то самое странное существо, которое ходит в поисках нашего Кодзиру по всему городу. Дождемся утра. Может быть, она нас обманула и поехала не за продуктами? И с ней что-то случилось? Я думаю, с покемоном все нормально. Опять, небось, приключение нашла. Босс, у меня новости. Ходят слухи, в городе собака ищет Кимакана. Кимакана? Интересно.